самом разгаре прививочная кампания, в ходе которой проходит вакцинация граждан Ленинского городского округа против гриппа. Чтобы этот процесс был более эффективным и охватил как можно больше людей, на территории муниципалитета работают мобильные пункты вакцинации, где любой желающий может сделать прививку. Одна из таких передвижных точек прибыла на стройку, где возводится новый корпус Видновской гимназии. Надо отметить, что это уже второй визит медиков на объект. Чтобы мобильный пункт не мешал проезду техники, его расположили напротив входа. Стоит отметить, что в эти дни работы хватает и у сотрудников в разъездах, и в стационаре. На стройку первый раз выехали, а так раньше на заводы ездили. Люди хотят прививаться. Сразу по прибытии мобильного пункта работа закипела. Врачи рекомендуют прививаться заранее, ведь вакцине нужно время, чтобы адаптироваться в организме. Она начинает действовать в течение 2-3 недель. Напомним, что личный пример жителя муниципалитета уже показали руководители городского округа и депутатский корпус. В этот раз привились сотрудники Видновского управления капитального строительства. Только что произошла вакцинация, прививка от сезонного гриппа. Соответственно, было вакцинировано порядка 20 человек, рабочих и инженерно-технических сотрудников предприятия, подрядчиков. Ну, собственно, служба заказчика также отличилась, также поучаствовала в этом мероприятии. Таким образом, после двух визитов медиков на строительном объекте в итоге вакцинировано 70 человек. Врачи напоминают, что делать прививку от гриппа можно полностью здоровым людям. Не допускается даже легкая простуда. Особенно она рекомендована тем, кто находится в группе риска. Это дети с 6 месяцев, беременные женщины и пенсионеры старше 65 лет.